Требуются врачи, инженеры, плотники и отделочники. В Уральске прошла ярмарка вакансий. Ее местные власти организовали совместно с филиалом партии «Нур-Отан». Трудоустроиться пытались около 3000 человек. Работодатели внимательно рассматривали каждое резюме, особенно людей с ограниченными возможностями. Для них на предприятиях есть отдельные квоты. В Уральске на учете социальных служб как безработные находится свыше 1200 человек. 120 предприятий региона предложили на ярмарке 700 вакантных рабочих мест. Наряду с врачами и инженерами также востребованы люди рабочих специальностей. Мы уже неоднократно участвуем в ярмарках по трудоустройству и находим здесь нужных нам людей. На сегодняшний день нам нужны плотники, нужны отделочники, которых мы примем на постоянное место работы. Специальную квоту на трудоустройство 5-10 человек в каждом предприятии для инвалидов предложил ввести глава государства в нынешнем послании. В регионе только в обществе глухих числится 800 человек. 50 из них пришли сегодня в поисках работы. Работу они хотят ту, которая нравится им. Они умеют плотницкие работы, также изготавливать пластиковые окна, швеи здесь есть. То есть работы, которые не требуют высшего образования. Но так как мы уже здесь просмотрели, в основном требования здесь высокие для таких вот людей. Моя цель – записать все вакансии, которые предлагают работодатели, для того, чтобы могли люди с инвалидностью найти себе возможность трудоустроиться. Кроме того, город пригласил на ярмарку участников дорожной карты занятости, которые на собственном примере учили, как получить кредит и начать свой бизнес. Государственный кредит, конечно, нам очень помог. Мы приобрели оборудование, а сегодня мы пришли принимать работников себе на работу и представляем свои изделия, продукцию, которую мы производим. Разные специальности, разные профессии сегодня есть здесь. Такие ярмарки будут проводиться раз в полгода, расширенные ярмарки. Ежечасно будет проводиться мониторинг, сколько людей было трудоустроено уже на данный момент. Все оставленные резюме войдут в банк данных работодателей. Их проанализируют и службы занятости, чтобы предложить на следующей ярмарке наиболее востребованные вакансии. Утогоз Базарбаева, Руслан Мурзагалиев, Уральск.